На опыте Индии налаживается производство инновационных гидроагрегатов, плавающих на поверхности воды. К процессу локализации их выпуска приступило акционерное общество «Узбек Гидроэнерго». В настоящее время группа индийских инженеров прибыла в нашу страну. Помимо работы над созданием первых аппаратов, они также обучают местных специалистов необходимым навыкам. На первом этапе будет локализовано 60% производства инновационных плавающих на поверхности воды гидроагрегатов и проведены испытания в условиях Узбекистана. На втором этапе уровень локализации составит 100%. Акционерное общество «Узбек Гидроэнерго» ведет совместную работу с зарубежными компаниями по производству малых и микрогэс. В частности, с индийской компанией «Маклек» изготавливаем плавающие на поверхности воды гидроагрегаты с кинетической турбиной. Для этого создана рабочая группа, в составе которой опытные инженеры и работники предприятия акционерного общества «Сулсанаатмаш». В настоящее время индийские инженеры наладили производство гидроагрегатов под брендом «Сделано в Узбекистане» совместно с заводом АО «Сусанаотмаш». В первую очередь две микрогэс будут запущены в верхнем гидроузловом бассейне реки Газалкент, протекающей по территории Ташкентской области. Еще два агрегата начнут производить энергию в Андижанской области. На сегодняшний день наша компания получила предложение о сотрудничестве из многих стран. Мы выбрали Узбекистан в качестве первого международного партнера после изучения анализа реформ, инициатив и условий, созданных для инвесторов в вашей стране. Могу с уверенностью сказать, что Узбекистан обладает огромным потенциалом в области гидроэнергетики. Производство гидроагрегатов в Узбекистане будет полностью локализовано до 2025 года. Приостановив проекты в других странах, сконцентрировали внимание на проектах в Узбекистане и запустили здесь производство. После запуска производственных мощностей частные инвесторы и предприниматели получат доступ к данной технологии. Для предпринимателей, готовых построить подобную микрогэс, государство создает все условия. Самое главное, с локализацией производства появится возможность относительно недорого приобретать необходимое оборудование для этих гидроэлектростанций.